4 марта прошел турнир по волейболу среди женских команд. В нем приняли участие сборные департамента полиции Актюбинской области, городских и районных отделов полиции, а также специально приглашенные команды Актюбинского юридического института имени Букимбаева, Управления специализированной службы охраны, Департамента уголовной исполнительной системы и Департамента по чрезвычайным ситуациям. Всего 14 сборных. Соревнование было приурочено к Международному женскому дню. Начальник департамента полиция Абай Жусупов поздравил представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. Отметим, в настоящее время в департаменте работают около 400 женщин. Это следователи, дознаватели, инспекторы по делам несовершеннолетних и другие сотрудники. По итогам соревнований первое место завоевала команда управления полиции города Актюбе, второе — управление специализированной службы охраны и третье — Актюбинского юридического института имени Букимбаева. Всем участникам вручены подарки и цветы. В канун 8 марта департамент полиции Актюбинской области проводит соревнования по волейболу, где наша команда принимает непосредственно активное участие, так как спорт является неотъемлемой частью нашей профессии. Также, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех представителей женского пола с наступающим праздником, пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, любите и будьте любимы.